Все, багаж получили, все идут. Теперь я, короче, опять понял, я раньше ездил за границу, да, и для меня это как-то все время вспоминалось, как сон, во сне как будто. Вот я сейчас тоже сейчас как-то все как чумной, понимаешь? Я вообще не, я как и пьяная. Поэтому, да, я и такая, поэтому вот я уже понимаю, что думаю, сейчас так и побудешь здесь, там сколько побудешь, 10 дней, хоть 20. Потом приедешь и опять будешь вспомнить, как будто сон, как, да. Вот я сейчас как не в себе, знаешь? Не, я в себе, точнее не в себе. Вообще ты так на все. Я вообще. Не, я больше переживала в самолете, вот эти вот все регистрации, посадки. Для меня это было первый раз, мне казалось, это так страшно. И вообще там, что там пропускают, не пропускают, особенно тут электронные сигареты, у меня аккумуляторы, не, жидкости, все такое. Блин, капец. Не и людей, если ничего. А обратно мы вот наши пошли. Да, вот, потихоньку наши начали идти. Ну, с нашего самолета, полный самолет, вот будет полный. Ну, мне здесь нравится. А можно жить, ну. Мне здесь нравится. Выключите, пожалуйста, я не могу нажать на руку. Короче, у нас пустой автобус, мы сами. Сказали об автобус, все идут, которые с нами, ну, в общем, будут с нами в автобусе, все те, кто с нами в самолете летел. Я думал, тут с разных самолетов будем ждать. Короче, мы пришли самые первые, так рано. Аня стоит на улице, мне там что-то жарко, так вообще невозможно. Человек, гид или кто, я не знаю, с нами тут, который в автобусе на русском разговаривает, я вроде сказал, сегодня жарко, просто первый день. Говорит, мне говорит, самому жарко. Ты меряешь температуру? Да. Смотри, какой автобус симпатичный. Пока никого нет, решила пройтись. Да. Ку-ку. А там что-то горница забита, у нас еще немного. Увидела я бир 3 евро, кола, это ж евро? Да. Кола 1, фанта 1, вода 50 центов. Ну да, почти все. Coral Travel. Разве Coral Travel? Нет, внутри я понимаю, это Coral Travel. Давай, Ваня, запомнил. Это... А, да, Coral Travel. Coral Travel. Всем еще раз здравствуйте, добрый день. Или как Турция говорит, Игенляр. Начался. Как дела у вас, как долетели? Хорошо. И? Все, отлично. Меня зовут Артур. Нашего водителя зовут Шай. Поприветствуйте его, пожалуйста, аплодисментами. Спасибо. Мы будем сопровождать вас до ваших отелей, расположенных в регионе Кемер. Первое, что необходимо сделать, я попрошу пристегнуться ремнями безопасности и пристегнуть ваших детей. Как я понял, большинство из вас первый раз в Турции отдыхают. Даже те, кто не первый, но в Кемере первый раз. Про Турцию расскажу. Первое, что нам необходимо сделать, перевести ваши часы на местное время. Но у вас, по-моему, оно должно совпадать, да? Сейчас 13 часов 2 минуты. С чем приехали? С гривнами? Да. Или с тенге? С тенге кто-нибудь приехал? Это Казахстан. Казахов нету, да? Хорошо, прекрасно. По водному обороте и доллары и евро, курс доллара на вчерашний день, если не изменяет память, была 7,3, курс евро 8,6 лир. Курс нестабильный, он всегда меняется. Утром один, вечером другой, днем третий. В разных местах он отличается. О том, где самый выгодный курс, возле вашего отеля, уточните, пожалуйста, у вашего отельного гида. Что касается ваших ценных вещей, денег и документов, то их рекомендуют сохранить в сейфе. Ни администрация отеля, ни компания «Одеон Турс» не несет никакой ответственности за ценные вещи, оставленные не в сейфе. В зависимости от концепции ваших отелей, у вас услуга пользования сейфом может быть как платной, так и бесплатной, находиться в номере, либо на ресепшн отеля. Данную информацию тоже нужно уточнять у вашего отельного гида. Про страховку расскажу. Какие-нибудь документы с собой распечатанные взяли? Да. Что взяли? Ваучер еще. Сколько экземпляров? Три. Что еще взяли? Три ваучера. Авиабилет взяли? Вылетать или здесь останетесь? Оставайтесь. Вчера у меня один мужчина в Стамбул хотел остаться, уехать. У вас должны быть на руках авиабилет, это листок формата А4 с датой прилета, датой обратного вылета. Договор читал кто-нибудь, нет? Да. Договор читал.
Никто не любит читать штабы. Особенно то, что мы кушали. Молодец какой. А у вас сейчас про информационную встречу с отельным гидом расскажу, потом вернемся к авиабилетам. У нас у всех завтра состоится информационная встреча с отельным гидом. Она называется «Инфококтейль». На этой встрече отельный гид ознакомит вас с регионом, в котором вы будете отдыхать, с экскурсионной программой, которую предлагает вам наша компания, а также поможет организовать поездку, включенную в ваш турпакет. У кого-нибудь поездка включена в турпакет? Ничего не читаете, у всех она включена. У отельного гида узнаете, что это за поездка. Интрижка вам такая. У вас у всех включен бесплатный индивидуальный трансфер, удобное для вас время, куда вы узнаете у вашего отельного гида. Что еще? Про погоду расскажу. Жарко, да? Очень. Очень. Сегодня, если честно, самый жаркий день. Вот с момента моего пребывания здесь в этом году. Ух ты, Искал. Красивый город? Да. Где мы едем, кто-нибудь знает? Как это район даже? Это Анталия. Не, а район? Мы едем в Анталию. Это уже скоро будет Кони-Алтай. Это что-то между Мурат-Пашой и Кони-Алтай. Кони-Алтай как раз туристический район. Мы будем Лиман подъезжать. Тоже тут где-то? Вот который вы видите в окнах, это будет Кони-Алтай. Что еще раз? Лиман район тоже? Лиман района не бывает в Анталии. Нет такого района. Есть Кипес, Мурат-Паша, Кони-Алтай, Акденис. У отеля не бывает. По дороге в отель нас завезли на заправку Shell. И Total, здесь супермаркет, все, перекурить, передохнуть. Зашли в супермаркет, посмотрели, ничего интересного. Ну там все может интересно, но нам с дороги пока ничего. У них тут, смотрите, и мойка, и заправки, и магазины, все, три в одном. Остановочку сделаем. 10-минутную. Что мы, что нас специально медленно везли, чтобы на обед опоздали. Ну и только мы. Интересно. Нам что-нибудь оставят или нет? Или голодными будем до вечера ходить? Любоваться. И есть такая поговорка, что лучше город, есть только горы, на которых я, кто знает. Неинтересный экскурсовод, либо Николай Чудотворец. Он помогал людям и закидывал мешочки золота в печные трубы. Они падали в носки, либо... Я хоть попала. Куда я попала и где мои вещи? Я не пойму. Ну, столовая, коляски тут. Я бы слежала, видишь? Да, мне тоже. Ну, нормально, движение, все весело. Да. Ух, видишь, столовая еще, наверное, успеваем, нет? Ладно, да. Заходим, пошли. Здравствуйте. Это чтобы ты не забыла. Это я чтобы не заблудилась, да? Чтобы тебя нашли. О, отель. Ой, все, слетела моя штучка. Так, зашли мы такие. И вот ключ вставляешь, и только тогда загорается везде свет, и работает кондиционер. Кстати, у нас балкончик. И вот вид на наш отель. Под нами кухня. И самое главное, вот из-за чего я сюда хотела. Это горы, ребята, горы. О, через дорогу я вижу какую-то еду вкусненькую. Валера, еда через где дорогу. Браслет? Супер. Я... Ага. Супер. Где твой браслет? Вот он лежит. Так, что у нас тут вообще есть? Кондиционер. Уже включили. Давай закроем дверь, потому что я мокрая, не могу остыть. Так. Штору закрыли, чтобы раздетыми можно. У нас три кровати. Знаешь, нам нормальный номер. Валерий. Да нормальный. Смотри, офигенно. Телевизор. Пошли поищем еду. Сейчас пойдем. Да, я посмотрю. О, у нас тут даже холодильник. А он работает, нет? Или его надо включить? Я не знаю. Его, наверное, надо включить.
Ну ладно, давай я одену браслет. А телевизор? Тебе налево или направо? Да, подожди, дай посмотри, пока мы тут. Обзорчик. Ой, даже бумажечка туалетная есть. Меню палас отель. Так. Так, давай, я тебя одену. Можно я сейчас? О, даже фен есть, ёперный. Даже душ отдельный. Даже мыло есть, даже моча. О, я такая. И туалет есть. Даже кабинка, не просто, как я видел, а с кабинкой. О, и вода есть. Супер. Все, мне больше ничего не надо. Все мне надо, мне ничего не надо. Ну, нормально, нормально. Сейф, вместо сейфа холодильник. Да. Все, пошли все. Попробуем, что-то нужно. ТНТ даже показывает, ёперный театр, картиночки. Кондиционер работает, три кровати, все бело. Ну понятно, что отель не свежий, но все вообще, все нормалек. Вода есть в кранах? Есть. Это самое главное. Море есть? Есть. Горы есть? Есть. Самолет прилетели. Да, красота. Идем знакомиться с Кемер, Бельдиби, отель. И на море, потому что я хочу занырнуть.